Здравствуйте, это программа «День города», в студии Валерий Седов. Смотрите в этом выпуске. Строить будем здесь. На сайте городской администрации запустили голосование о строительстве новой ледовой арены в Гуроще. Выбираем маршрут движения. В Рязани вновь перекрыли улицу. Почему шумим? Как связана пропажа Беруши с предстоящим авиадарцем? Защитить дамбу. Ищем ответственного за озеро в районе деревни Чурилково и села Старолетово. В интернете стартовал опрос по месту для новой ледовой арены Рязани. Объект хотят возвести на уличной спортплощадке, напротив манежа «Юность». Вокруг будущего ледового дворца разгорелись споры, хотят ли жители его строительства или нет. На пересечении улиц Шевченко и второй линии пустует небольшой клочок земли. Здесь местные власти хотят сделать каток размером 56 на 26 метров. Это примерно 15 соток. В спорткомплексе планируют сделать трибуны для зрителей, а также оборудовать два спортзала – универсальный и хореографический. Надо будет для детей, как говорится, рядом комплекс спортивный, чтобы было тут оборудовано площадка. Тут зеленая зона вроде как. Мне кажется, можно было бы найти более заброшенное какое-то место на тесте. Какое количество людей это одобряет? Вот. Если одобряет большое количество людей, то почему нет? Нет. Я вижу, как люди из близлежащих домов ходят сюда тренироваться. И к тому же из манежа идут дети, которые меньше, они тренируются. Голосование на сайте администрации идет активно. Кто-то согласен со строительством нового объекта, а кто-то нет. Ранее жители близлежащих домов с трудом отстояли эту территорию. Застройщики хотели возвести многоэтажки. Теперь горожане должны решить, нужен ли им здесь ледовый дворец. Здорово будет. Нет, наверное, не надо. А почему не нужна? Тут есть тут какое-то спортивное сооружение? Это надо построить, и чтобы все облагородить как-то. Ну, что все в кустах. Конечно. А то позабросили. Все-таки был тут, занимались АПТ. Все уже разрушилось. Вот дети, тут вот трава и не пойми чего, сугробы. Я считаю, что это было бы здорово. Очень слишком незначительно. Я не знаю, что понимать, здание целое или какую-то коробку, типа, как раньше хоккейную делали. Если коробка, она здесь поместится. А если здание, то лучше не надо. Тут и так перегружено, тем более спортивные организации тут рядом есть, ледовая арена тут. А если коробку поставить просто на поле? Ну, футбольное поле, можно играть в футбол, конечно, летом в этой коробке, а зимой, конечно, заливать небольшой каток. Голосование за или против строительства ледовой арены продолжается на сайте администрации города. Если вас волнует судьба этой территории, вы тоже можете внести свою лепту, всего лишь проголосовав. Олеся Котровская, Игорь Глотов, телекомпания «Город». Ремонт теплотрасс набирает обороты. В понедельник рабочие начали менять трубы на Первомайском проспекте. Из-за этого на 2 недели движение будет ограничено. Подробности в нашем сюжете. Транспортный коллапс вызвал ограничение движения на Первомайском проспекте. В часы пик здесь и так было сложно миновать пробки. Теперь они встречаются даже днем. Ведь в понедельник начался ремонт теплотрассы. Повернул с Михайловского шоссе, и началась пробка. Дальше там, не знаю, может быть, от Барса даже. Большая пробка. Барс и пример. Пробка начинается, тянется до моста на Первомайке, потому что все потом уходят у нас, получается, на Конищево. И пробка стоит, получается, 2 ряда тут, 3 ряда туда, 2 туда, и все. Да, получается, чисто из-за этого пробка, потому что все в Конищево едут. Да кошмар какой-то. Ну, 15 уже стоим. Угу. Ну, придется пользоваться, а что делать? Другого нет. Долго тянемся по всей Первомайке. А так ремонт нужен, тут ничего не сделаешь. Когда больше, начиная с 8 утра, часов до 11, потом перекур с 12 где-то, наверное, с 11:30 до 3-4 максимум, и все. И потом часов до 8, 8:30 уже как-то более-менее. Рабочие перекрыли 3 полосы, 2 в сторону площади Победы, здесь уже сняли асфальт, и 1 в сторону площади Ленина. Она используется для проезда специальной техники. Пока работы находятся на подготовительной стадии, однако у рабочих есть четкий план действий. Выемка грунта и демонтаж старых лотков. Потом демонтаж будет труб старых, замена. Ну, потом все собирать будут потихонечку, и все. 2 недели точно, наверное, постоят.
На сайте администрации города сказано, что работы займут около 2 недель. Все полосы вновь обещают открыть 19 июля в 12 ночи. А пока водители призывают выбирать альтернативные пути проезда, например, по Северной окружной, хотя полностью избежать пробок все равно не удастся. Ремонт теплотрассы продолжается и на улице Грибоедова. Ограничение движения продлили на 2 недели в связи с проведением дополнительных работ. Проезд закрыт от дома номер 24 до дома номер 14. Его откроют в 12 часов ночи 20 июля. Галина Кудряшова, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Как связан предстоящий «Авиадарт-2019» и продажи в аптеках? Жители микрорайона Конищева жалуются на шум пролетающих самолетов, притом чаще всего поутру. Почему так много техники и как долго это будет продолжаться, расскажем далее. Беруши стали самым популярным товаром в аптеках микрорайона Конищева. Причина, говорят местные жители, это пролетающие самолеты, порой в 4 часа утра. Мешать, естественно, комфорт не создают. Только дискомфорт. А звук, я уже к нему привык. У нас в Дягилево аэродром рядом. Они и так летают постоянно. Совсем в преддверии летали всю ночь напролет, буквально неделю назад. А сейчас только с утра начинают. Это еще не мешает для тех, кто работает нормально. Причина таких частых полетов – это предстоящий «Авиадарт-2019», международный этап которого пройдет в Рязанской области на полигоне Дубровичи. Соревнования начнутся 3 августа, поэтому сейчас на полигоне активно ведут тренировки летчиков. Они отрабатывают технику пилотирования, выполняют полеты на воздушную разведку, навигацию и боевое применение по наземным целям. По информации СМИ, в «Авиадарте 2019» будут участвовать 4 страны – Россия, Беларусь, Китай и Казахстан. На соревновании представят известные марки самолетов и вертолетов. Так, например, по небу пролетят Су-27, Ил-76, К-52, МиГ-29, Су-34 и другие виды современной воздушной техники. Победители определятся в 7 номинациях – авиация истребительная, штурмовая, дальняя, бомбардировочная, военно-транспортная, а также армейская авиация на транспортно-боевых вертолетах и армейская авиация на боевых вертолетах. 7 и 8 августа пройдет 2-й конкурс «Боевое применение по наземным и воздушным целям». До этого состоится шоу «Авиамакс» и 1-й конкурс «Полет по маршруту». Точные даты еще не определены. Организаторы обещают красивое и интересное шоу. Напомним, впервые «Авиадарт» прошел в 2013 году. Тогда летчики соревновались на российском полигоне Погонова, китайском Чанчунь и других. В 2017-м российские и китайские экипажи одержали по 4 победы. В следующем году турнира сильнее были уже россияне. Они стали лучшими в 4 номинациях. Мы будем следить за успехами пилотов. Проблемы вокруг этого озера в районе деревни Чурилково и села Старолетово появились уже давно. С водоема то плиты вывезут, которыми выложена дамба, то деревья спилят, то заглушку с труб сорвут. Кто отвечает за озеро, узнала Олеся Котровская. Местные жители бьют тревогу и просят помочь. На данный момент с дамбы наливного водохранилища в районе деревни Чурилково и села Старолетово сорвали плиты и увезли в неизвестном направлении. Я наблюдал такую картину, как разбирали дамбу, а точнее снимали с нее плиты. КАМАЗ и кран. Но перед этим всем, вот вы, наверное, увидите сзади меня дорога, ее расчистили перед этим, скорее всего, грейдером и поспиливали все ветки и деревья. Такая ситуация происходит не впервые. Люди уже обращались в полицию. Однако для того, чтобы были приняты меры, необходимо найти собственника дамбы. Наливное водохранилище находится на балансе ФГБУ «Рязань-Мелиоводхоз». В то же время собственником дамбы данное учреждение не является. Имущество передавалось еще в 95 году единым списком. Оно, по сути дела, не дифференцировалось. И проводить какие-то работы по выявлению вот этого, где это, чье это сейчас имущество, ну, скажем так, в уставную деятельность нашего предприятия оно не входит. Мы обслуживаем то имущество, которое у нас, федеральное имущество, которое находится у нас в оперативном управлении. Вот, и мы за ним следим. В Рязанской области элементов мелиоративных систем порядка 11 тысяч. Из них в собственности государства чуть больше 900. По остальным элементам сведения о собственниках отсутствуют. Естественно, при постройке этих систем используются различные рода строительные материалы, в том числе металлоконструкции и так далее. Существуют определенные люди, которые ищут вот эти, значит, где находятся эти системы, пытаются выкупить трубы, сдать их на металлолом. Конкретно по федеральному имуществу у нас таких вот не было. А по, скажем так, бесхозяйным системам, да, у нас были вот в прошлом году по Стенькину наши специалисты выезжали в сторону вот Солочи, здесь вот, значит, система тоже была. То есть выкапывают трубы,
то есть сдают их куда-то. То есть мы работаем в тесном сотрудничестве с органами правопорядка, как бы даем им информацию, то есть где какая система, но не более того. Выход из такой ситуации, конечно, есть. Оформить дамбу в собственность может, например, местная администрация. По существующему законодательству, вот эти объекты, которые действительно есть, действительно они находятся на территории муниципальных образований, вот, они должны выявляться, и существует процедура, информации очень много. То есть процедура, которая позволяет выявлять это имущество, ставить их на баланс. Да, процедура сложная, она там занимает порядка года, наверное. Вот, возможно, через суд это надо, а скорее всего через суд. Пойдет ли на такие меры местная администрация Рыбновского района, покажет время. Людям наливное водохранилище, которое уже давно называют озером в районе деревни Чурилково и села Старолетово, нравится. По их мнению, дамбу тоже стоило бы сохранить. Олеся Котровская, Игорь Глотов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Дикая утка – это не озеро, заявляет другая экспертная организация. Соответствующие документы представил адвокат владельца территории. Во вторник, 9 июля, состоялся суд по печально известному водоему. По словам защитника, проведенная экспертиза имеет все сертификаты соответствия. В отчете говорится, что дикая утка не может называться водоемом, так как она образована в результате деятельности человека, которая привела к заболачиванию местности. Очевидцы рассказывают, что в исследовании привели съемки из космоса. С 1970 по 1989 год, в которых на месте участка было поле. Прокуратура, в свою очередь, представила результаты независимой экспертизы, которая признала дикую утку водоемом. Ее провели на деньги, собранные неравнодушными рязанцами. Стороны ходатайствовали о привлечении к делу специалистов двух экспертных организаций для дачи пояснений. Кроме того, прокуратура привлекала к делу письмо Министерства природопользования, согласно которому участок с озером входит в лесопарковый зеленый пояс вокруг Рязани. Это также накладывает определенные ограничения на действия собственника. Адвокат попросил приостановить дело в связи с тем, что в советском суде владелец участка Шпаков обжалует предписание Минприроды о засыпке участка отходами 4 класса опасности, и дела похожи друг на друга. Суд в ходатайстве отказал. Вождение в пьяном виде, резиновые квартиры и другие нарушения. Полицейские провели многоцелевой рейд в Рязанском районе. Выявили 49 правонарушений. Это очередной совместный рейд правоохранительных структур. Подробнее расскажем в следующем сюжете. Сотрудники ППС, ГИБДД, участковые и инспекторы по делам несовершеннолетних провели совместный рейд в Рязанском районе. Они решали комплекс задач – это и охрана общественного порядка, и выявление нарушений миграционного законодательства, а также пресечение спектра административных правонарушений, включая незаконную езду на мотоциклах и несанкционированную торговлю спиртным. В ходе рейда сотрудники госавтоинспекции составили 12 административных протоколов за нарушение правил дорожного движения, в том числе в отношении двух задержанных нетрезвых водителей. Также в одном из сел экипаж ДПС остановил мотоцикл с коляской, которым управлял 15-летний школьник. Мотоцикл не был зарегистрирован, а прикрепленный к нему номер оказался снят с транспортной тележки. Родители подростка будут привлечены к административной ответственности. Были составлены административные протоколы в отношении 7 иностранных граждан. Теперь 4 из них подлежат выдворению за пределы России. Также полицейские нашли 2 так называемые резиновые квартиры. В селе Заборье для проверки документов остановили 2 граждан Узбекистана. Оказалось, что иностранцы проживают в одном месте, а временную регистрацию имеют по-другому. Они признались, что получили такую через посредника за небольшое вознаграждение. А денег сколько заплатил за регистрацию? За регистрацию? Ну так вот, честно. Ну, за меня, я сам не платил, за меня платили 2000. 2000 я платили? Я личным рукам не дал. Сказали так. Теперь в отношении хозяев квартир решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации». Особенностью прошедшего рейда стала профилактика несчастных случаев во время купания. Полицейские вместе с сотрудниками МЧС посетили несколько водоемов и вручили памятки. Информировали население о безопасности на воде в связи с началом купального сезона. Даем памятку о безопасности. Не забываем, что на ребенке должен быть спасательный жилет при купании, и без взрослых дети не должны купаться одни. Всего сотрудники правоохранительных органов выявили 49 нарушений. Рейдовые мероприятия будут продолжаться. Убийство в ходе распития спиртных напитков. В Следственном комитете отмечают, что подобного рода преступления происходят все чаще. И причины для убийства всегда банальные.
Убийством закончилась пьяная ссора. 9 мая компания распивала спиртные напитки в дачном кооперативе на улице Станкозаводской. Слово за слово между девушками разгорелся конфликт. Мужчины за женщин вступились, и дело дошло до драки. Кое-как разгорячившихся людей удалось утихомирить. Один из них, в будущем подозреваемый в убийстве, ушел в магазин за спиртным. Когда он вернулся, в дверях его ждал собутыльник. Начали с ним ругаться, все такое. Он меня ударяет палкой по плечу. Сколько раз он вас ударил? По плечу один раз. Я отворачиваюсь, по спине все такое, я его отталкиваю от себя вот туда. Так. Вот. Проходим, ну, как бы дальше, продвигаемся. Вот. Продвигайтесь куда? Вот здесь вот он ударяет мне по ногам палку. Угу. Я вот время выхватываю палку, ударяю в левую часть плеча. Так. Он стоял туда вот, спиной. И падает вот сюда, вот головой туда упал. Угу. После чего я палку приношу. По голове два удара. Подсудимый говорит, что когда он уходил, то потерпевший еще дышал. Правда, тяжело. Мужчина вызвал скорую, а сам ушел к себе домой спать. Потерпевший так и остался лежать в даче. Последний через непродолжительное время скончался на месте происшествия. В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокурором района обвинительным заключением направлено в суд, где и будет рассматриваться по существу. Стоит отметить, что подсудимый уже ранее был осужден по статье причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшей по неосторожности смерть потерпевшего. Похожее преступление произошло и в Кораблине, да и статья та же. 30 марта в одной из малосемейек распивали алкоголь 47-летняя женщина и ее 33-летний приятель. Ранее они вместе сожительствовали и решили встретиться. Через некоторое время к их компании присоединились два ранее судимых товарища. Один из пришедших приобнял женщину. Бывшему сожителю это не понравилось, он сказал об этом мужчине. Тот взял табурет и ударил его по голове. После этого нанес упавшему на пол приятелю несколько ударов кулаком по лицу и прыгнул на него дважды тяжелыми резиновыми сапогами. Через несколько часов мужчина умер от повреждения внутренних органов. На настоящее время расследование завершено. Прокуратура утвердила обвинительное заключение. В ближайшее время материалы дела будут направлены в суд. В новое здание БСМП завезли оборудование на 200 миллионов рублей. С помощью современных аппаратов можно ставить правильный диагноз на ранних сроках заболевания. В течение двух ближайших месяцев в новую БСМП привезут оборудование для рентгенодиагностики. Система с S-дугой, магнитно-резонансный томограф, томограф-компьютерный и ангиографический комплекс. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Рязанской области. Оборудование установят в главном корпусе больницы. Кроме этого, в больницу завезли оборудование для гибкой эндоскопии, УЗИ, анестезии и реанимации, физиотерапевтические и диагностические аппараты. Всего на закупку потратили более 200 миллионов рублей. Чиновники Министерства здравоохранения отметили, что новую больницу скорой медицинской помощи оснастят самым современным инновационным оборудованием, которое позволит специалистам ставить правильный диагноз на ранних сроках заболевания. Министерство сельского хозяйства предложило взять на себя полномочия по разработке государственной политики и регулированию рынка дикорастущих ресурсов, в том числе плоды, ягоды, орехи, грибы, семена, березовый сок, а также лекарственные растения. Что об этом думают любители тихой охоты, расскажем далее. Природные богатства пользуются высоким спросом как внутри страны, так и за рубежом. В Минсельхозе подчеркивают, что их переработка и оборот – социально значимая отрасль, которая в экономическом плане обладает высоким потенциалом роста. Однако любители тихой охоты не согласны. Отрицательно к этому отношусь, потому что люди не так у нас богато живут, а богатые они купят, не поедут. Идут те, у кого не хватает, ножки свои поберечь можно, а исходить надо километры. Чтобы что-то собрать. Влезли всех. Что хотите? И все. Как может, вот они, допустим, сколько мне надо собрать грибов для себя? Ну, как это можно определить? Какой пакетик? А если два гриба больше сорву, то что? Ну, во-первых, народ ущемляют. А зарплаты сейчас очень низкие, согласитесь со мной. Народ очень сильно защемляют. Это уже просто... Я не знаю, как сказать. Минсельхоз указал на пробелы в правовом регулировании сбора лесных ресурсов для собственного употребления и на продажу. Кроме того, управление этой отраслью разными органами власти не всегда синхронизировано. Надо зарабатывать, согласитесь со мной так же. Кто-то едет сам, собирает, кто-то пошел и перекупил, кому-то так проще. Я вот, допустим, за что не буду перекупать ни гриб, ни ягод, потому что я занимаюсь сама. Основная цель этой инициативы – создать более заметные рычаги влияния на группу.
группы лиц, которые занимаются сбором дикоросов для коммерческой продажи, при этом не осуществляют никаких налоговых отчислений от своей деятельности. Формируется цена от того, сколько ягод в лесу и сколько на рынке. А перекупщик как поступает? Ну, надо у них спросить, как привозят ягоды, обрушивают цены. Я думаю, что если перекупщики, люди таким образом пытаются хоть как-то заработать на жизнь в нашем государстве, не знаю, какие к ним требования должны быть. Другой вопрос, как найти ту грань, по которой можно определить, собирают ли дикоросы для собственного стола или они пойдут на продажу, достаточно сложно. И не исключено, что из-за этого могут пострадать и те участники горбатого бизнеса, которые просто не могут обеспечить семью без ресурсов лесов и огородов. Олеся Котровская, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Это были все новости на данный момент. Еще больше информации вы сможете узнать на нашем официальном сайте город62.tv и в группе в социальных сетях. А на этом я с вами прощаюсь. Хорошего вам вечера и спокойных новостей. До встречи в эфире. Мама спит, она устала. В пробках 2 часа стояла. До работы далеко, добираться нелегко. Каждый день ее я жду. Грустно мне бывает, потому что мамочки мне очень не хватает. А папа наш пришел с букетом и сказал нам по секрету. Будет времени в запас, переезжаем в Еврокласс. Это в центре, здесь все рядом. Всей семьей мы очень рады. Хочешь стать одним из нас? Заселяйся в Еврокласс. Строительная компания «Зеленый сад». Всегда хотел свой дом. Так, чтобы недалеко от города, в красивом месте с живой природой и чистым воздухом. Я нашел его. Построил дом. Удобный, просторный. Рядом охота, рыбалка, грибы. Друзья ко мне часто приезжают. Есть чем заняться. Говорят, хорошо тут у тебя, а я и сам знаю. Все, что нужно мне и моей семье, все здесь, все рядом. В коттеджном поселке Караси. А где живешь ты?